Рад приветствовать всех на своем канале. Продолжаем наше прохождение игры Remnant 2. В общем, теперь мы, вернее, отправились, ну, я, вернее, это, закончил серию именно вот здесь, да, покой Киулы, данж называется. Но это основное задание, так что давайте исследовать. Всем приятного просмотра. Не забываем, если нравится видео, стрим на моем канале, подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх. Ну, в общем, все как всегда. Так, ладно, поехали. Так, что тут у нас? Разработчики любят что-нибудь ложить в такие вот места. Так, там что? Так, проход здесь, да? Да, проход здесь. Этот не разрубается. Но вот движок вот этот пятый, он как-то сочнее стал. Вот четвертый он не такой, а вот пятый он сочный такой, прям яркий, цвета красивые. Так, а нет, тут проход вот куда идет. А там что тогда? А тут то же самое, что? О, какая-то статуя. Там нет ничего наверху? Нет. Тут нет ничего. Раньше, когда ты разрубаешь что-нибудь, лом летел просто не дуром. Сейчас нет, сейчас такого нет. И таланты тоже. И не находили, и сыпались, и зарабатывал быстро. Сейчас не так. Это вот этот бурлит, что ли? Да. Он как бы дышит. Так, вон оно что тут. Красотища. Это такое, это чувство, что здесь какой-то босс должен быть. Да вроде это тумана, стены тумана не было. Ох ты, нихера, глубоко. Так, тут пока вроде, ну тут проход есть, но я пока туда не пойду. Пойдемте здесь исследовать сначала. Посмотрим. Да, почти по плечам персонажу. Персонажке. А, тут еще какой-то проход есть. Но пока сюда не пройти. Может, это поднимается? Нет, не пройти. Так, а тут что у нас? Ну, я люблю осмотреть все, потому что сундучки бывают спрятаны. Нет, вот здесь нет ничего. Тут пройти вроде нельзя. Но там как будто можно попасть только с другой стороны. Ну нет, так нет, что, пойдем. Пойдем туда, где можно пройти. Так, опять статуя какая-то, да? Да, статуя. А, это были эти. Из первой части враги такие были. Это я точно помню. О, смотрите, даже видно. Прозрачная вода. Ну, тогда нам сюда. Хм.
Да, интересный удар. Я один раз кнопку жму, да? Разбега. И она сама делает. Двойной удар такой. Так, ну чё, где тут враги? Опа. Нет. Нет. Вот. Ох ты, какие-то серьезные ребятишки. Какими-то пухами. Нихера. Так. Слушайте, ну они капец. Динамичные, стреляют очень быстро. Мой пестик ни о чем. Ох ты, нихера. Ой! Да. Вау, нет. Откуда он? Ни хера он быстро. Бляха-муха, вот это зарядило мне. Слушай, ну он быстрый. Хера себе, блядь. Вот это быстрый. Вот это динамика. Я вам скажу. Вот это динамика у врагов. Да, это не первая часть. Первые какие-то все вялые были мне. Капец. Слушайте, ну они очень быстрые, мне капец. Пипец, капец какой-то. Сложные враги. Я не знаю, как там на кошмаре идти. Или на чем там? А, на ветеране. Второй уровень сложности это ветеран вроде, да? Я просто не помню. Во. О, жесть. Тут и народ. А, это корни, блядь. Хера вас, блядь. Быстрые, но не очень. Здоровья у них мало. Не понял, кто ты идет. Бляха, муха! Идет, блядь. Как он, блядь? Сюда. Вчера он враг. Что за враг такой? Он медлительный, конечно. О, нет! Ты чё, охерел? Херася! Еще эти, блядь. Хорош! А, блин, еще это здесь. А! Нихера себе. Да, я не ожидал. Ну, очень много здоровья.
Очень много здоровья у него. Блядь, да куда столько здоровья? Ну там по себе не сложно, но здоровье до жопы. Да. Да еще здесь, блядь, спец... А, вот для чего здесь сделали. Чтоб ты не смог ковыркаться, блядь. Да. Вот тебе и унтиду. Жесть. Больно, что там сильный какой-то. Бля, они что, самонаводящие, что ли? Вы охерели, что ли? Да как так? Хера у них, блядь. Да хорош. Тут прицел скачет. Надо талант прокачивать на прицел. Пока что все. Я забыл про опять про умения, забываю. Я постоянно про них забываю, про умения. Не, ну это прям вообще прям жирный враг был. Очень жирный. Куда такой? Ага. Так. Такого врага я еще не видел. Так, еще вот сюда дорожка есть. Но странные. Ну все. Бля, не наверху. Хера, блядь. Да как ты попадаешь-то меня? На, блядь, держи. Откуда идет? Где ты идет, блядь? Где ты идешь? Блять, смотри, что делают. Ну вас нахер. Да я же здесь нормально шел сейчас. Почему так глубоко опять стало? А вот оно. Да уж, ба, куда? Ну жирный, жирный, жирный.
А, у нас видите нет. Капец, ну ты жирный тварь. Они еще наступают, бля. Фу, бля. О, не говори, не говори, наконец-то, бля. Не, ну столько, бля, у него столько это здоровья, ну куда, куда столько здоровья, бля. Я же где-то шел здесь, блядь, открытый был. Здесь, что ли? А, я вот здесь шел. Короче, если отступать, надо здесь... А, видно по этому, по растительности. Да-да-да, видно. Не, ну столько здоровья. Да. Что-то пистолетик у меня пока сосет. Сосет. Так, надо наверх смотреть. Они наверху тырятся. Где-то тырятся наверху. Так, в бой. Бля, помоха! Как вы... Сколько вас тут? Бля, опять с этой с пушкой этой гребаной. Вау! Куда, блядь? Я ничего не вижу! Давай, беги, бля! Херасе, бля! Вот это да! Хера! Нет, это опаснее. Готов, блядь. Опа. Опа. Не, враги очень быстрые стали. Охренеть. Я не знаю, как там ребят ходят на второй сложности, но пока я, блядь, мне тяжеловатенько идти. Даже на первой сложности. Бля, модификатор что-то медленно заряжается, конечно. Специально нам так сделали, потому что в первой части он очень быстро заряжался. Рюкзак забит. Класс, еще лучше. Да. Тяжко. Там диверка какая-то вон есть. А-а-а. Их они и быстрые твари. Да хорош опять что ли? Опять этот, блядь. Пипец какой-то, блядь. Давай. Фу. Наконец-то. Где эта тварь? Где он? Я же видел, он шел. Куда делся-то?
Ну, погнали. Нихера у тебя залп. Так, все, зарядил я этот модификатор. Охренеть. Не то слово. Здесь я с тобой полностью согласен. Охренеть. А тут смотри, что-то есть. А, да. Блять, там же элитник шо. Бляха-муха. Да. Сколько плохо же вас здесь, блядь? Да что ты будешь? Чтоб тебя! Чтоб тебя! Не, отходим, отходим, отступаем! Бляха-муха, да как же так-то, блядь? Опять эта херня, ёпарасы-то. Беги, беги, беги! Ух ты, бля, близко. Да, огонь помог. Огонь помог. Треснувший выносливость плюс 2, улучшение. Так, ну ладно, потом посмотрю, что там можно поставить, модификатор. Не забывать, надо применять умение, ребят, не забывать. Я постоянно забываю. Ни одному интереснее. Кооперативом можно играть тогда, когда ты уже всю игру сам прошел. Вот одному очень интересно. Очень сложно. И это прям, не знаю, меня заводит прям это. Когда сложность возрастает, тебя со всех сторон атакует, и тут адреналин вырабатывается. Адреналин. Да, мне однозначно нравится, как они все это сделали. А что не разрубил? Крупица силы. Кольцо, колечко дали. Нет, нет, нет. Хотя надо постоянно держать заряженные. Постоянно в этой игре. Крупица силы. Давайте посмотрим, что это такое. Я вот здесь сейчас спущусь, посмотрю. Может, все полезное. Так, давай пока сюда посмотрим. Так, это я купил у торговки. Это тоже, вот это тоже у торговки. Вот. Увеличивает урон в дальнем и ближнем бою на 10%, если вы не получали урон в течение 7 секунд. А если я получил, все, да? Ну, пока что я что-то не очень хочу. Мне, знаете, колец очень много я нахожу, а вот амулетов мало. Амулетов мало. Так, у нас еще время уйма. Можно исследовать. Амулетов пока мало. Надо не забывать про умения. Здесь знаете, что я понял в этой игре? Надо не напролом идти, а когда много врагов и сильные враги, надо отступать назад, где ты уже зачистил. Поэтому здесь лучше зачищать все. Да тут, в принципе, не дадут тебе не зачищать. Эти враги, наоборот, на тебя нападают. О! Чё-то. Но это хорошо, что на карте отсвечиваются сундуки и кольца. Ну, или амулеты. Так, ну здесь пока нет ничего. Да. Ну да, однозначно красивее стала игра. Но в начале игры, где обучалка идет, там этого не видно. А вот в таких местах становится очень красиво. О, что-то лежит.
Это, видать, что-то такое. Да, ключ от храма. О, ключ от храма, ребят. Давайте почитаем, что там с описанием. Вот что, почему они так охраняли усердно. Ключ от храма. Так, а где это в рюкзаке? Да, вот. А, вещь для задания. Храм воды возвели для поклонения одному из духов природы на Иаэше, которым нет числа и счета. В каждой мелочи, даже в том, как сделан обычный ключ, мастера стремились изобразить красоту духа, обитающего в храме. А, смотреть же можно, да? Да. А, вон оно как, смотрите. Вот это очень хорошо функцию добавили осмотреть. Красиво. Ключик такой. Киулу всегда завораживались смертные, и то, как упорно они стремились к радости в течение своего недолгого существования. Она годами спала в своем храме, а потом просыпалась, спрашивала, что происходит в мире. Каждый, кто мог поговорить с ней, считал это за великую честь. Так, а у меня эссенция кровавой луны 10 штук. Ладно. Нашли ключик. Кованое железо. Но это на прокачку. На прокачку. Я думаю, надо сначала прокачать одно оружие. Кованым, например, железом, потом другое. Так лучше будет, чем... Надо хоть одно оружие сделать, чтобы наиболее так дамажило хорошо. Ну да, нет. Однозначно, вот я сколько наиграл в это, в первую часть, и сейчас во второй она... Вторая, вот по боевке мне и по врагам динамичным мне больше нравится. Хотя в первой части они тоже были такие, я скажу, немедленные, но здесь еще быстрее сделанные. Так, ну вроде больше ничего нет, ребят. Уходим отсюда. Давай. Пойдем теперь в эту сторону, что ли, сходим. Ну, мы дверку там видели, может, нам туда вернуться, к дверке надо. Ну, пошли, может, еще где-нибудь что-нибудь зачистим сейчас. Найдем. Хотелось бы как-нибудь амулет найти. Давай карту посмотрим. А, ну все, мы тут все зачистили. Так, давай здесь посмотрим, что теперь здесь. А тут дверь, видите? Дверь. Наверное, нам сюда. Наверное, да. Другого вы... Это... Дороги другой нету. Другой дороги нету. А вот этот с трубочками, которого мы встречали, флейтист. Погоняло флейтист. Ну да. Флейтист. Так, ну все вроде бы. Ну да, все. Ну пошли. Где дверь? А что? Пошли сюда, где дверь. Ключик явно должен подойти. Да. Так, а ключик пропал? Нет? Сейчас посмотрю. Да, ключ пропал. Я думал, может, он на все двери, где мы не открыли. Так, а это мы где оказались? Я здесь не был, наверное. Так, ну это мы в основном задание. Значит, мы идем по сюжету. Хотелось бы... Бля, что такое? Ну, погнали. Что-то, бля, больно... Бля, попал все, козел. Какие они? Вроде все.
Вот у стрелка что хорошо, у него это, класс стрелок, у него патроны прибавляются с прокачкой класса. У меня уже патронов 46, а здесь 69. Здесь 82 патрона на пистолете. Правда, количества мало. Надо автомат как у класса медик. Кованый железом. Не, ну однозначно. Блядь, кто там? Класс, еще лучше. Да, прицел. Надо прокачивать, блядь. Он скачет. Пока что все. Там есть такой талант. Ой, где вы, блядь? Да. Надо отступать. Где он? Я слышу, что где-то он шевелится. Так. Давай, наверное, отсюда зайдем. Я думал, это человечки сначала, а это корни. Бой. Хера не прибежать. Вау, переключаем. Бляха, муха. В башню прям. Ох. Вроде все. Да сколько же вас здесь? Так, продолжаем. Меня отвлекли немножко. Так, к бою. Ух, вроде все. Все или вроде? Чашечку раздолбаем. Я не пойму. Вроде... Атакую кувшинчик, она промахивается. Что за фигня? Так, ну тут еще много идти здесь. Флиант. Флиант сразу надо прокачивать. Талант, я имею в виду. Так, что мы тут возьмем? А, это умение, да? Давайте умение прокачаем тогда. Их и не видно, они наверху где-то сидят. Да.
Так, где они? Слышу их, но не вижу. А, вон он. Да уж, плохо дело. Слушай, ну они что, прям... Те сразу появляются, что ли, блин? Вот это... Ну и жесть. Битва. Вот это битва. Перестрелка, вернее. Не битва, а перестрелка. О! Ну давай, ходи. Где еще? О, я чувствую, что ты... Да, это корень. Корень как человечки. Слушайте, ну мне надо это срочно. Камушек. У меня все кончилось. Одна лечилка осталась. Одна лечилочка. Да. Мне кажется, здесь немножко надо было побольше камней сделать. Ну, потому что сейчас, если я проиграю... Началось. Ой, началось, да. Тут идет здоровый. Да. Ну, наконец-то. Да уж. Дайте мне камушка, пожалуйста. Ну давай, подходи. Это все? Не знаю. Хотелось бы, что да. Когда нет лечилок, больно ты не повоюешь. Ну. Так, что у нас здесь? Так. Тут нет ничего вроде бы такого интересного. Не понял, я что здесь... Пройти можно, нет? А, это наверху я не исследовал. Я думал, здесь пройти что-то можно. Так, да, я вот здесь не исследовал. Ну тут вроде... А, есть сундук. Сундук, вижу на карте сундук. Так, ну это все хорошо, конечно, но печально. Печально, лечилок-то нету. Лечилок. Опа, может здесь срезочка есть? Хотелось бы, чтобы здесь была срезочка. Пожалуйста, дайте камень. Дайте камень. Не понял. Это где я оказался? Я не понял. Я эту дверь пропустил, что ли, как-то?
Но я здесь был, а почему я сюда не зашел? Почему я сюда не дошел, я не могу понять. Так, это где я нахожусь-то? Вот дверь прямо. А где это я был? Странно. Тоже что-то еще. Железо. Да. Я просто хочу посмотреть, где я нахожусь-то. Что-то не пойму. А! Ну да, все правильно. Так, В общем, уходим направо. Я в этой стороне-то не был. И прямо. Это срезка, я понял. Срезка. Туда я не проходил. Я сразу туда ушел. Влево. Вот еще. А тут дверка. Да, это срезка, если погибнешь. Можно отсюда будет уйти. Давай последнюю лечилку используем. Блин. Ой, нет. Подстава. Элитник идет. Да что ты будешь делать? Разброс такой идет, капец. Это вообще мало. Этот танк прям какой-то, блин. Откуда? Все, хана. Мне что-то нехорошо. Да. Не, ну так нечестно. Откуда они появились внезапно? Ну это нечестно так. Со спины зашли. Откуда они там появились? Не, ну реально, откуда они там появились? Со спины зашли. Он их призывает, что ли? Непонятно что-то. Ну, это нечестно, конечно. Так, подожди. Не понял. А, я назад иду. Не понял. Стоп. А, ну все правильно, да, сюда.
Тут как-то странно. Да. Куда они там взялись, непонятно. Ну, началось. Да что ты будешь делать? А, вон они. Откуда они здесь берутся? Я не понял. А там что? А, там проход, наверное, открылся. Там что, проход открылся, что ли? Охренеть. Подожди, я пойду посмотрю. Откуда они там? Или они рандомно появляются? Да нет, нет никакого прохода. Они просто рандомно за спиной появляются, да. Классно, ты там сражаешься впереди, а тут сзади тебя тут же атакуют. Это плохо. Класс, еще лучше. Лучше, да. Охренеть. Да. Отстава. Отстава. Блин, железо там он. Лом. Ай. Так. Да. Бой. Наконец-то. Так, что, все? Или появится? А, вон еще. Да уж, плохо дело. Ой. Опять эта херня идет. Ух ты, блин, нифига.
готов. Корень сопротивляется. Наконец-то. Да. Блин. Это все? Не знаю, все ли или нет. Что-то мне кажется, это еще не все. Ну, я должен был куда-то пройти и выйти, только я никуда не выхожу. Мне бы вот это. Это нет ничего. Лизаки Улы. А, телепорт, что ли? Да, телепорт. Это босс? Ладно, вы что, прикалываетесь? Ладно, хорош. О! Да хорош. Ну это, конечно, ну это нечестно. Это нечестно. Ну, во-первых, он далеко достает. Погнали.
Плохо дело. Наконец-то. Так, ну что, ребят, победили мы босса. Босс отличный, легкий. Но пока не разберешься с ним, что делать, он довольно-таки непростой становится. Но от него можно уворачиваться, он медленный. Был бы намного быстрее, было бы сложновато. Так, давайте посмотрим, что там дали. Так, талантик дали. Так, наверное, это что у нас, умение? Умение прокачал. Модули. Да. Модули. Так. Так, выход-то где? А, сюда выход. А кольцо у нас осталось или что, или нет? Да, вот на выход мы бежим. О, сундук поощрительный. Так, кованое железо, пыль. Где-то вот здесь выход есть. Так, что у нас еще здесь? Сейчас посмотрим, что там дали за победу над боссом. Так, вот. Сумеречный палец. Материал для создания предметов. Вы брали палец в рюкзак, но он дергается и шевелится, хватает все подряд и распихивает другие вещи. Возможно, все-таки не стоило брать его с собой. Вот такой вот палец. Запись о том времени расходится, но считает, что корень появился на Иаэше примерно в то же время, что и разрушитель. Если это так, то возникает серьезный и тревожный вопрос о происхождении порчи, захватившей Иаэшу. Понятно. Ну это вот что-то можно сделать, может оружие какое-то. Так, где мы похились? Не понял. А, вероломные заросли. Не понял. А где камень. Так, ладно, ребят, это вероломные заросли, они одни и те же, мы уже здесь были в прошлой серии, так что я до камня уже сам добегу. А сейчас всем пока, будьте здоровы, берегите себя, свое здоровье, своих близких, с вами был Редат, заходите. Если нравится видео, стримы на моем канале, будьте добры, подписывайтесь, это помогает, продвигает, развивает канал и самое главное, это мотивирует меня. Всем пока.